В зависимости от того, что мы испытываем с вами создаем такое некое энергетическое излучение вокруг себя. И когда нам хорошо, мы в свою жизнь с помощью энергетического излучения притягиваем ситуации, обстоятельства, которые тоже со знаком плюс. Это называется, вот, что фартит во всем. Говорят, фартовый человек, да? Вот во всем у него все получается. Дело не в том, что он фартовый. Дело в том, что у него есть определенная энергия, которую он излучает и все притягивает. Если мы меняем эту энергию, если нам становится плохо, это история про «пришла беда, открывая ворота». История не в том, что вот все на нас плохое слетается. Мы это излучаем и мы это притягиваем. Банальнейший закон притяжения. Так вот, когда вы недостаточно зарабатываете, не удовлетворены своей работой, постоянно жалуетесь, говорите о том, что вам недостаточно платят, и с вами недостаточно делают, у вас плохие клиенты. Как мне решить эту проблему? Вы должны понимать, что до тех пор, пока вы не решите свое внутреннее состояние, не переключите его, вы можете решать проблему сколько угодно, но вы все равно будете притягивать новые ситуации, обстоятельства, которые будут эту проблему делать, снова делать проблему. Да? Вы как будете, вот мне очень нравится сейчас это сравнение, как помните, игра у нас была яйца, да, где волк ловил. Вот вы будете постоянно, вы вроде бы тут только словили все проблемы, думаете, фух, решил, какая жизнь говняная, что ж так тяжело, и у вас повалили новые проблемы. У нас в голове есть некий переключатель, это переключатель наших мыслей. Удивительным образом мы с вами имеем непосредственное влияние на свои мысли. Нам кажется, что мы не управляем реальностью, да, человек предполагает, Бог располагает. Самая ключевая задача у нас, как у людей, это снять с себя ответственность. Нам всегда нравится знать, что мы ничем вообще не можем управлять. Вот это для человека психологически спокойнее, нежели чем понимать, что все то говнище, которое есть в его жизни, его рук дело. Нам это неприятно. Нет, это не я, это все они. Мы всегда обвиняем других людей, нам это больше нравится, мы об этом говорим, какие они плохие, все плохие, я тут один бедный несчастный, пожалейте меня. Так вот, вы должны понять такую интересную штуку, что мы являемся причиной всего того, что с нами происходит. Еще раз, я являюсь причиной всего того, что со мной происходит.